Сейчас что снимаем, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Да я снимаю сам, блядь. Короче, сегодня у нас, как это назовем, второй выпуск, да? О том, как... Рукожоп года. Да, второй выпуск фильма «Рукожоп года», блядь. Как делать не надо, блядь, всё, чё-то. Ну, Яша, о том, как делать не нужно, блядь. Просто-напросто. Рукожоп это грубо просто. Ну да, рукожоп это грубо. Сегодня у нас, короче, обшивки легендарные, пиздец. Ну ладно, говорю, материться не буду. Да, всё, материться не надо. Ну просто у Александра слишком много эмоций, мата не может их передать. Короче, сейчас будем смотреть, как нельзя делать обшивки. И какие обшивки нельзя заказывать в различных студиях. Смотрим. Сейчас. Сразу упомяни то, что вверх делали мы. Да, да, а, да, да, да. Надо сказать. Сейчас, секунду, показываем. Короче, вверх делали мы. Переделывали, доделывали. Клиент, короче, отказался переделать низ. Мы только сделали вверх. Вот такая, в принципе, строчечка. Все красиво. Все нормально. А вот как делать нельзя. Контраст такой. Раз. Красненько, красиво здесь. Хуякс, блядь. По-моему, отпало кольцо. Мишаня, отпало кольцо? Или не отпало? Посмотри это. Да, его... Вот этот момент еще. Он сдулся. Не, ну ладно, ну это, да, это перетяжка. Ладно, да. давай не будем к перетяжке. Ну, блядь. Просто-напросто сточили, его даже не сделали тут кольцо. Видите? Вырубили кольцо. Вырубили кто-то рубил кольцо. Так вот с этой стороны сними, то, что оно тут толстое. Вот, вот сюда. Да, я это видел. Ну, тут, в принципе... Как ее назвать эту? Ну ладно, не буду материться. Как карпетная, да. Карпетная технология. В общем, было кольцо, короче. Вот оно. Мишаня, не ломай. Вот, короче, кольцо. Шло. И кольцо резко закончилось. Наверное, не хватило фанеры доделать. Ну, в принципе, вот видно, да? Всю жесткость и хруст данной обшивы. Так, дальше что у нас тут смотрим? Что тут? Да. Там интереснее, да? Там интереснее, да. Сейчас посмотрим. Ну, здесь что, как все было понятно, то что обшива сделана на карпете. У нас вот здесь пластик. Под пластик можно засунуть руку. Почувствовать карпет? Конечно. Так вот между пластиком и вот фанерочкой. Стекоматами. Между гольцами вставляешь палец и чувствуешь. Вот сюда руку засовываешь. А там что? Там нет ничего. Хрустит знатно. Хрустит знатно. А, она еще смотрит. Ход, оно, покажи, лоу-бас. Вот так вот делает. Это лоу-бас. Это с учетом того, что низ держится, да? Не ломай что-то. Вот, потом еще момент такой, вот выкрутили саморезы, вот здесь еще, смотри, такая штука. Это тоже из лоу-бас. На коже заодно держится. Блин, это басуха, это, просто здесь два дев-бонса, да, середина очень сильно флекс. А почему кольцо поломалось, погоди, мне интересно, вот смотри, что с ним случилось? Почему оно поломалось? Расщепилось. А мне кажется, оно потому что кузов у пинта укрепится. Нет, шурупом. Вот, просто, чтобы вот здесь вот сильно не ходило, смотри. Да. Распорка? Вот кусочек пластика. Так посмотри, вот эта конструкция вообще очень интересная. Но у нее есть конец, по-моему, да? И нет начала. Конец. Вот так вот, давай, смотри, уберем. Оно непонятно, к чему, короче, какую связующую часть. В двух словах, это как верх запаян. И дна нет, да? Да, вверх запаян он там, а вот дна нет у него. Не, ну... Как бы это все... Нихуя. Пойди. А ну давай, типа Кока-Кока-Кока-Кола. Ну по перетяжке тут, я думаю, смысла нет. Не, ну по перетяжке, давай, перетяжка нормальная. Ну чуть-чуть пузырится, конечно. Ну, в принципе, да. Ну, в общем... Это качественные обшивы. Да. Самых умелых рук. Следите за. Надо отдельный канал, походу, этот. Да. Антиавтозвук. Да. Но на самом деле это все печально. Поэтому следите за качеством. То выбирайте правильную студию. Да, правильные студии и
за качеством того, что вам отдают в итоге, за что вы платите деньги. Не отдавайте деньги за непонятно что. Ну, а тут, в принципе, покажи, Денчик, что мы тут насобирали. Это сюда, блин. Ну, мы тут, короче, насобирали. Насобирали дистр. Плюсовой, минусовой. Все в змее, все закреплено. Все четенько. Все на черных стяжечках, теперь уже никто не скажет, почему стяжки белые. Вот все хорошо, но стяжки белые. Вот все хорошо, но стяжки белые, да. Виброизоляция. Вибруху сделали в Хонде. Да, невозможно. Смотри, поломаешь. Да, можно только крышку багажника вырвать. Тут тоже, в принципе, попросил клиент нас закатать окна. Что-то у нас прерывается. Что такое? А ты руку подносишь, видимо, датчик срывается. Да, нет. Что за светомузыка? А, наверное, датчик, да? С какой-то срывы. Датчик. Давай. Завибрили, да. Попросил закатать окна. В принципе. Там тоже все закатано. Клиент приехал. Уже наш постоянный, так сказать, клиент на переделку. Поставили ему Девбонд 4 по 180 и... Чего у него стояло, не помнишь? Не на переделку, а на доработку, да? Ну, на доработку, да. Потому что у него до этого стоял Москоне двухканальный. Сейчас скинули Девбонд, хотел сказать децибел, но ДБ тоже. Девбонд 180.4. Что еще? Ну, да. Усилитель на пищи поменяли, на прайдовский, новенький. Сабы-то были. И вместо чего у него стояли? Ариолетки. Ариолетки, да? По-моему, ариолетки стояли, поставили девбонцы. Пищи те также остались, СТ-25 херцы. Ну и сабы. Сабы были девбонцы. В общем, я думаю, скоро он приедет закатывать крышу. Потому что цивика очень жестко флексит. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока.